Салам, БМВшники! Ну что, готовы к новому обучающему видео по декодированию диагностики прошивки BMW? И вы получите его. В этом видео я расскажу вам про такую утилиту, как NKS Dummy. Она упрощает нам процесс кодирования через MAN. Я уже снимал видео, как считать кодировки и вручную через блокнот отредактировать их и закодировать обратно. Так вот, утилита NKS Dummy упрощает нам процесс редактирования. Нам уже не нужно будет редактировать через блокнот, то есть копировать на рабочий стол наш trace файл, менять ему расширение на MAN и вручную там редактировать его. Это все позволяет делать утилита NKS Dummy. Также она очень полезна тем, что в ней присутствует перевод на английский язык, на язык, так сказать, международного общения, что довольно упрощает нам поиск нужных кодировок. Не нужно сидеть со словарем и переводить на немецкий язык для большинства пользователей. Ну, некоторые, наверное, знают немецкий, им проще. Ну, большинству будет удобнее с NKS Dummy. Также программа постоянно обновляется. Постоянно с 2010 году, по-моему, она появилась. И с тех пор она постоянно обновляется. Программу вы можете скачать совершенно бесплатно на beamerforums.com. Разработчик программы, по-моему, насколько я помню, какой-то бельгиец. Постоянно обновляет он ее. Довольно удобная вещь NKS Dummy. Сейчас я продемонстрирую вам процесс, как редактировать кодировки с помощью NKS Dummy. Итак, запускаем программу NKS Dummy. Здесь мы можем выбрать наш кузов, какой у нас присутствует. Программа поддерживает все E-серии. К сожалению, F-серии уже не поддерживаются, так как в F-сериях уже другое кодирование, NKS Expert уже их не кодирует, там нужен будет уже ESIS. Это совершенно другой способ. Итак, выбираем, допустим, выберем E60. Здесь нажимаем кнопку Browse и выбираем наш trace файл. У меня уже считаны кодировки trace файл, поэтому нажимаем кнопку открыть. Далее выбираем блок. Кодировки у меня считаны из блока света E60. Выбираем блок света E60. Так. Мы видим, программа загрузила кодировки. И вот так выглядят кодировки в программе. Мы видим кодировку на немецком языке и перевод ее на английский язык. Очень понятный, удобный, интуитивный интерфейс программы. Также присутствует в программе поиск. Допустим, найдем функции Break Force Display. Нажимаем Find. Так, он находит нам все кодировки, которые относятся к функции Break Force Display. Нажимаем Next. Находит следующую и так далее. Все нужные кодировки. После того, как мы отредактировали все, нажимаем вот эту кнопку «Экспорт FSV PSV». Выбираем «Экспорт FSV PSV в MAN файл». И программа автоматически сохранит нам в папку «CNKS Expert Work» наш отредактированный MAN файл. Вот так вот программа облегчает нам MAN кодирование. Блоков не нужно уже вручную. Ну, в принципе, кому как удобнее, иногда вручную бывает быстрее сделать корректировки. Но для начинающих, думаю, NKS Dummy
Довольно удобная программа.